Всем привет! С вами Маша. Я хочу с вами поделиться сегодня тем, как мне удалось себя зарядить очень позитивными, благостными энергиями и вибрациями. Сегодня я заряжалась от природы. Природа — это нечто, что никогда не заканчивается, никогда не истощается. Это некий такой невероятный источник энергии в нашей жизни, которым мы, к сожалению, часто забываем пользоваться. Я сегодня лично вышла в парк, посмотрела вокруг себя, увидела эту красоту. Мне удалось увидеть красоту вокруг себя, обратить на нее внимание, сфокусироваться на ней, посмотреть на это величие деревьев, величие земли, всего-всего. И что находится вокруг меня, природу у меня лично тяжело описать словами, но именно она наполняет нас энергиями. Выходите на природу, посмотрите вокруг себя, почувствуйте эту силу, это спокойствие, это умиротворение, эту невероятную мощь природы и наполняйтесь ей. И с вами была Маша, и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр Воронцов. Живи на яркой стороне, я знаю, ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.